800 километров такая должиня водопроводных сеток у Могилеве. Вода у областным центре выключно артезианская. И она с крыниц, которые находятся глубоко под землей. Меж тем, иснуе модное и амаль гамлетовское питание – пить ти не пить. Наши корреспонденты высветлили, ти потребна в воде с городских кранов додатковая фильтрация. На спектрофотометре мы определяем оптическую плотность. По методике мы умножаем на градуировочный коэффициент и получаем содержание железа в воде. Это одно из больше, чем сотни доследований воды, которые проводят у лаборатории областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. Специалисты делают бактериальные и химичные анализы. Здесь можно отнести pH, жесткость, минерализацию, наличие нитратов, нефтепродукты. Вторая группа – это те химические соединения, которые могут попасть в питьевую воду при очистке в системах водоснабжения, при хлорировании. Контроль питной воды у Могилеве ведут на разных участках водопроводной сети – от скважины до крана. Больше за 300 кропок по всему городу. Сырая вода подается на фильтра, где происходит окисление, имеющееся в воде железа, до тех окислов, которые осаждаются потом на фильтрах. У горводоканале подкресливают, плановые ремонты водопроводной сети могут приводить до повышения концентрации железа у воде жилевого фонда. Але, как правило, проблема мая краткочасовый характер. Кроме этого, ведется нами текущий санитарный надзор, как мониторинг качества воды. При посещении, при обследовании объектов, это детские дошкольные учреждения, это предприятия торговли, предприятия общепита, больницы. Специалисты запевнивают, могилевская вода отповедает усім санитарным нормам и придатная для уживания без додатковых очисток. Обумовлено это яе артезианским походжанием. Вода с глубины каля 70 метров поступает на станции обезжалезвания. Отсюль у резервуары и кватеры могилевчан. Катерина Булукова, Александр Тарасов, Александр Артемьев. Новини регион.